нас огорожено баннерами и будут установлены мониторы для того, чтобы спортсмены могли отслеживать свой выход на соревнования. Здесь все будет застелено татами, тренировочная, разминочная зона. Уже через две недели Приморье встретит юных спортсменов из 15 стран. Губернатор края проверил ход подготовки к играм «Дети Азии». Первым глава региона посетил Всероссийский детский центр «Океан». Во время проведения игр здесь будут проживать более 1500 участников, спортсмены, их тренеры и сопровождающие. За счет проведения «Детей Азии» существенным образом обновился, отремонтировался летний лагерь «Океан». Концертно-спортивный комплекс «Фетисов-Арена» – одна из главных площадок. Именно здесь состоится церемония открытия и закрытия игр «Дети Азии». В комплексе уже обновили медиасистему и систему видеонаблюдения, привели в порядок световое, звуковое, сценическое оборудование, системы вентиляции и кондиционирования. Также подготовили спорткомплексы «Молодежный», «Динамо», «Олимпиец» и «Юность». Глава региона отметил, что участие в играх для многих ребят станет мотивацией для больших спортивных достижений. Соревнования такого уровня дают нам возможность посмотреть, как готовы наши спортсмены, и поучаствовать. Это дополнительный мотиватор для того, чтобы дальше продолжать свои спортивные достижения. Ведь сборная края будет соревноваться со сборными стран, государства, то есть со сборными довольно высокого уровня. Общая численность участников свыше 3000 человек. В соревнованиях сразятся юные спортсмены до 16 лет. Напомним, «Олимпийский огонь» продолжает запланированный маршрут по Приморью, а сами игры пройдут с 27 июля по 8 августа. Олег Завьялов, Екатерина Князева, новости на 8.